Хай всем. Вот, в общем, короче, недавно вышел Call of Duty 3, да, называется Spectres. Вот, я напоминаю, что уже есть две части, да, первая, не помню, как называется, просто Call of Duty, потом есть Call of Duty Black Ops, по-моему, ну, и вот эту, типа, пародия на Ghost или на Ghost, как там называется, я не помню, короче, на новую Call of Duty, вот, она там, ну, 2013 года, естественно, да, который недавно вышел. Rise and shine, Private. It's time we teach you how to be a Marine. Basic training. Virginia. Exit the barracks and follow the waypoints to the obstacle course. Круто. Маппинг отличный. Реально, так на базу похоже даже как-то. Вообще на какой-то город. Да, ну вообще-то да, на какой-то город похоже. Там что-то здание, там лес. Или это вообще парк какой-нибудь, я не знаю. Круто сделано, конечно. Мужик. Я, кстати говоря, в новую колду не играл. Поэтому не знаю, как она начинается. Вообще не знаю, чем она. Надо бы как-нибудь поиграть. Не знаю. Мне ее покупать лень. Просто она там стоит, не знаю сколько, по-моему. Что-то 800 рублей. Вы, конечно, скажете, что для такой игры не жалко, но я лично покупать ее не хочу. Welcome to the obstacle course, Private. Here you'll learn the art of movement. Now, get through that obstacle course on the double. Вот. Я лучше уже, не знаю, на Юхаке дождусь и аккаунт с ней куплю, потому что, ну, я не знаю, что-то... Не, в принципе, ее можно купить по дешевке, когда там будет какая-нибудь скидка, я не знаю, новогодняя, да? Там 50%, 75%, можно купить, попробовать, да? Вот. В принципе, пополню свою коллекцию колды. Вот, а по поводу мода, в принципе, сделано так все неплохо. То есть тренинг, ну, вообще, который здесь не нужен, в принципе, да? Что тут сложного? Прыжок, присел, побегал, ну, все то же самое, в принципе, как в предыдущих частях. Follow the waypoints to the firing ranges. Все то же самое. Так. Типа, куда пойдешь? Так, сейчас нас, по-моему, будут тренировать стрелять. Welcome to the pistol range, Private. What the pistol lacks in power, Привет. It makes Привет. Up for in accuracy. Now pick up that pistol and fire a few shots at the target downrange. Так. Блин, как тут можно стрелять? Блин. Ох, как косо-то, а. You didn't hit diddly squat, Private. Here, I'll give you a few да more даже shots. Целиться невозможно, блин. This тут... time, try aiming down your sights. Тут пули за карту улетают. О, может присесть? Что за... Не понял. Так, надо что-то сделать. И что я не знаю. Сейчас, подождите, понажимаю на все кнопки. Сейчас сохранюсь. Так, как у меня там называется? Модс. Давайте на это что сохранимся. Ну, давай быстрее. Так, вот is it? Что сделать-то надо? Может, всего пострелить? Я что-то не помню, что надо сделать вообще. Так, я дико извиняюсь за этот нюанс, но... Тэп. Что-то вообще непонятное. Миссию. Охренеть. Так, сейчас, минутку. Так, сейчас будет еще одна попытка, да? Такешься, да, здесь ускорение работает, когда ты в приседе находишься, да? То есть тут еще можно ползать ускорением, оказывается. Так, вот, поднял контур, да? Маус один. Стреляем. Видите, какой я меткий. Вообще пип. Все. You didn't hit diddly squat, Private. Here, I'll give you a few more shots. This time, try aiming down your sights. А, дерьмо, надо было пистолет опустить. Нет? Нет? Чё, нет? Блин. О-о-о. Так.
Пардон, что делать? Так, сейчас. Так, все, я вроде бы разобрался. Тут, оказывается, на какой-то левой клавише был назначен скрипт, да, то есть прицеливание. Скрипт прицеливания. Тут, оказывается, еще прицеливаться можно. У меня это прицельно какого-то левой клавиши стояло. Вообще ничего не понятно, короче. You didn't hit Diddley, squad, private. Here, I'll give you a few more shots. This time, try aiming down your sights. Во, во, вот, видите, да. О, нихера себе. А им? Now that is how it's done, private. Keep shooting like that, and you just might earn yourself a promotion. Follow the waypoints to the next range. Так, все. А ножом прицеливаться можно? А, ну все, по идее, да, можно ходить. Так. Так, а тут у нас что? Дробовик. Ну, this давай is посмотрим. The shot range, private. The shotgun is a close quarters weapon that fires multiple projectiles per shot. It is great for killing enemies. Pick up that shotgun, private, and fire a few shots at the target downrange. Так, тут, надеюсь, целиться не надо. Were you trying to shoot me, private? Try again. This time be disciplined. Use your sights. Маус. Опять целится. Нихера себе, какая отдача. Да посмотрите, как круто сделано. Как будто когда стреляешь, тебе дробовик прям в лоб летит. И у тебя прям это. Disciplined shooting. If that were a Russian, he'd be enjoying democracy in heaven. Congratulations, private. You've officially been promoted to private first class. Now return to your barracks and get some rest, PFC. You've earned it. По идее, сделали так же, как в реальной жизни, да? То есть, когда стреляешь из дробовика, целись. И тебе прям рукояткой прям в глаз летит, и вот такое же ощущение примерно. Знаете, так, сохранимся на всякий случай, да? Сейчас буквально еще минут пять и, пожалуй, закончим. Может, потом продолжу, не знаю, как вы захотите, так и будет. This is Corporal Flynn Taggart. I'm preparing to enter the toxin refinery. Over and out. Так, кстати говоря, по-моему, карты одни и те же. По-моему, да, реально, одни и те же карты. То есть, что в первой части Call of Duty, что во второй бы Green Ops, оказывается, во, как она называется. Кстати, вторая часть была сделана так круто, мне прям понравилось. Там вот этот ядерный взрыв и все такое, вообще обалденно был просто. Come on, Taggart, we gotta find out just what the hell these Russians are doing. Это... ой. Так, это, походу, дело текстур, нет. О, так, дробовик. Базуки нет, случайно, на всякий случай. What's with all the ads? This place is full of it. It ain't called the toxin refiner for no reason. А чё это пистолет? Это Кольт? М9? Или чё это такое? That shit hurts. Я помню, по-моему, еще тут можно было перезаряжаться, насколько я помню, или нет. Так, нам сейчас сюда, по идее, надо встать. Так. Блин. А неплохо, вот эту вот хрень с прицеливанием очень в тему даже вообще. То есть так спрятался, выглянул, пострелял, и обратно. То есть вообще круто, конечно. То есть видите, да, можно оказываться колду на движке Дума забабахать. Вот только все это будет сложновато. То есть видите, да, одна пуля и все, считай, мы уже полудохлые. Не, круто на самом деле сделано. Очень круто.
Голосок, конечно, этого чувака прям вообще жесть. Taggart, you're on your own, pal. Taggart, you need to get further into this base. Do you understand me? Now you keep moving, you keep going on, and you find out what the hell these Russians are doing. Хе, ну-ка, мужик, стой. Так, ну чё, куда пойдем? Так, нам по идее сюда надо. О, видите, да? Ах ты, сука! Сейчас чуть не сдох. Пойдемте, мы отомстим, что ли? Хипстер. Так, сейчас, надеюсь, целиться не придется. О! О! Круто. Да, что только не придумают. Это что? А, это вентиляция? Я думал, это какая-то панелька. Блин, почему-то текстуры не хватает. Может, что, глюканула? Может, нужно было запускать на движке Дума первого? То есть через Дум первый, а не через старую, не знаю. Надо сейчас это попробовать перезапустить. Я что-то тупанул. Надо, по-моему, было запускать с помощью Дума первого. Здесь уровни, по идее, из первой части, а не из второй. Поэтому текстур не хватает. Shit. Не понял, о чем делает. Хм. Это типа газ такой, что ли, или это пар был какой-то? О, видите опять, да? О. Ха, что это за хрень? Это что? Это что, мое? Come here, boy. Да. Бля. Собаку позвал к себе, она взяла и убежала. Блин, я что-то не понял. He's looking the other way. Perfect time to use my knife. Мужик. Так, нам случаем не сюда. Ой, бля. Да, прицеливание, конечно, здесь полезная вещь, на самом деле. Даже у дробовика. Вообще, жизнь, конечно. Hey, boy, come back. Why does he keep running from you? Life Mars. Takatel. Takabel. Come here, boy. Ой, пиздец. Вот ты. No. Why? Круто. Why did they do this? Он, кстати говоря, по-моему, до сих пор здесь стоит, если не ошибаюсь. What was that thing? I don't understand. Dry it up, Taggart. What's done is done. Do you understand me? Now you need to get up and go about your mission. We need to find out just what the hell kind of Russian experiment that was. Блин, я, конечно, извиняюсь за то, что я запустил все это на Думе 2, просто надо было все это запускать немножко иначе. Ну-ка. Ема. Видите, как это сделано вообще? Вот до чего дошли люди, скоро Battlefield в ящик будет на движке. Будет, конечно. Так, все по ходу делаю. Что-то больно честно, он перегревается. Не, на самом деле сделано очень круто. Очень круто сделано. Просто обалденно. Так. Ладно, пожалуй, давайте... Так, давайте закончим.
Сейчас закончим уровень и, пожалуй, закончим видео. Чтобы сами все это прошли, да? Affirmative, Command HQ. It's right here. Well, then use it on that container, Taggart. It's the only way to know what's in there. What the f... Command HQ, there appears to be some sort of spear inside. It's almost like it's beckoning me. Command HQ, I don't feel so good. Да. Stay with me, Taggart. Don't you black out on me now, you hardcore motherfucker. Taggart! Taggart! Все. Вот как раз на этом моменте мы закончим. Всем пока и удачи.